Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел и другим ведомствам оценить, нужно ли вводить штраф за превышение скорости на 10 км в час. Развернутый ответ по этой теме правительство должно получить до 2 декабря. Напомним, что с 2013 года водителей штрафуют только за превышение скорости на 20 км в час и выше. Однако в обществе регулярно возникают споры по поводу этой практики. Так, в 2018 году тему поднял вице-мэр столицы и руководитель департамента транспорта Максим Лексутов. В ГИБДД, в свою очередь, разработали законопроект со штрафом 1500 рублей. Теперь МВД составит и изложит экспертное мнение, а правительство примет окончательное решение. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать меры, чтобы иностранцев, нарушающих ПДД, можно было привлекать к административной ответственности. Эту информацию приводит «Коммерсант». Сейчас автомобили с иностранными номерами нарушают правила дорожного движения, но их хозяевам удается уходить от ответственности. Это происходит потому, что у ГИБДД нет необходимой базы данных, чтобы установить владельца машины и выписать штраф на основании данных с камер фото- и видеофиксации. По поручению премьер-министра МВД, Минтранс, Минюст и другие ведомства должны предложить совместное решение, как устранить этот пробел. В качестве временного решения ГИБДД поручило инспекторам останавливать машины, зарегистрированные за рубежом, и оформлять на водителей все нарушения, зафиксированные камерами. В Москве эта практика уже применяется.